Эта книга предназначена для среднего школьного возраста. Выдающийся канадский писатель Чарльз Робертс получил мировое признание благодаря своим рассказам из жизни зверей и птиц. «Рыжий лис» — одно из самых известных произведений Робертса, в котором читатель познакомится не только с жизнью необычного лиса, но и встретится с целым миром обитателей таежных лесов, узнает множество поводок и особенностей лисьего племени. Юный рыжий лис слишком рано понял, как сурова и опасна школа природы в диком лесу. С самого детства ему пришлось заботиться о своих братьях и сестрах, быть ловким и хитрым. Очень скоро в лесу никто не мог сравниться с ним в уме и отваге. Истории о необыкновенном уме лиса рассказывали многие, но лишь двое бывалых охотников имели право сказать, что хорошо его знают.